Всем привет, друзья, с вами Влад Шима, мы продолжаем с вами Shadow Fight 3. Сегодня мы в ивенте снова, продолжаем, мы прошли обычный, теперь идем пробовать престижный. Итак, погнали. Ивент «Урок дракона» называется у нас. Ну, собственно, пошли. Попробую я потом что-нибудь сделать с первой серии, вставить туда. Но вы это уже увидите, я думаю, если я пройду. Окей, ученик. Ученик снова нас встречает. Кстати, здесь же вроде какие-то требования. А, вот, да, здесь он хилится, ты смотри. Постоянный хил у него здесь. Но по требованиям будет попроще, я думаю, проходить. Да, здесь он регенит. Хорошо, ладно. Вроде требования только на боссов не действуют. А так, в принципе, все нормально. Все нормально всегда действует. Хорошо. Так, получай. Окей. Вот почему... Почему последний босс не такой? Просто не дает себя бить и все. Почему он такой сложный? Почему он такой мощный? Так, окей. Замечательно. И он, кстати, чисто на перекидах играет и все. Больше он ничего не хочет делать. Он чисто перекидывает. А я бы хотел, чтобы он играл нормально. Но он не хочет играть нормально. Он хочет перекидывать. Ему так мама велела, походу. Окей, дальше. Влияет только ваш навык, редкость предметов. И что? Что будет? Здоровье падает со временем. У противника падает со временем или у меня? Подожди. Что-то не дочитал, ну ладно. А, у меня падает, ты смотри. Тут, то есть мне и так тут накидывают, так у меня еще и хп падает. Нормально, хорошо прям. О, забаговал этот. Его оружие забаговало только что. Ну ты можешь заканчивать, смотри, у меня и так хп падает. Ты хоть, ты направил это, посмотри, у меня хп падает. Ты знаешь вообще об этом? Так же нельзя? Когда у противника хп падает, ты его еще бьешь параллельно. Так не делается. Это нечестно. Как минимум. А как максимум ты мог меня убить так. Хорошо, здоровье падает со временем. Но мне кажется, оно не со временем падает, а просто само по себе потихоньку уменьшается все время и все. Телепортнулся типа, да? Ага, фиг тебе. Я тебя подловил. Они тут прям нормально такие стили делают, но новые стили изучают, прям нормальные такие приемы я наблюдаю. Что ты делаешь? Объясни мне, чувак. Я же тебе говорил, нельзя бить оппонента, когда у него теряется хп. Не надо так делать. Научись уважать. Ты что делаешь вообще? Объясни. Так, давай. Отлично, хорошо. Мог отъехать, но не сделал этого. Кстати, у него оружие немного другое, или я что-то неправильно понял, но это, по-моему, нифига не... Это цепной какой-то тоже, видимо, какой-то цепной, но кто именно, непонятно. Так, а я уже могу хоть что-то купить? Там вообще хоть что-то 600 стоит? Я могу уже сделать свою первую покупку? Ага, 100... О, я уже могу сделать себе бомбы, но это я сделаю в последнюю очередь. Сейчас моя цель это сабелюхи. Сабелюхи надо брать. Кстати, может именно с этими сабелюхами я и завалю вот этого вот опоссума, который в конце первого ивента. Ну, я имею в виду обычного. Сейчас мы попробуем. Если я на сабелюхи докину, короче, то будет хорошо. Попробуем этими сабелюхами его и сделать тогда. Итак, ученик. Начали. Так, а что здесь происходит? Я забыл. Влияет только... Так, быстрое накопление теневой энергии противника. Ах, офигеть. Он еще и накапливает быстро. А, то есть... А, все, я вспомнил. Есть такая фигня, да. Быстрое накопление, все вот это. Но я надеюсь, я не продую, потому что я вот с этой теткой тогда слишком подзапарился в прошлом раунде. Ну, на обычном. Она меня могла и сделать. Да я тебе больше скажу, она у меня целую попытку забрала в тот раз. Ну сейчас главное вот не повторить этого всего. Блин, на самом деле я думал будет действительно идти какой-то снег, но его тут нет почему-то. Ну ладно. Нету так нету. Зачем? Зачем ты прыгнул? Окей. Ой, хорошо сейчас было. Так, давай немного спринтом добавим это все дело.
Окей. Теперь флагшток. Максимальный тебе, знаешь, в голову. И вот так. Отлично. Тут уже, я думаю, закончу, да? Отлично, хорошо. Ученик побежден. Оу, е. Гораздо, кстати, быстрее, чем я на самом деле в обычном побеждал его. А следующий бой. Следующий бой, ребяточки, начинается у нас. Я надеюсь, сейчас будут требования адекватные. Что там? А, все, тут чисто такая фигня, да? А, босс, ну да, ну да. Босс, который послабее сначала идет. Потом уже он становится невообразимо сильным. Да, 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 и делает только вот так. Отлично, я понял. Хоба, давай. Хоба, хорошо. А теперь вот так, давай. А, все, кончилась теневушечка, ладно. Ну, заканчивай. 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 Блин, ну сет на самом деле опять же классный очень. Мне нравится он, мне нравится. Я, наверное, такой же буду дутый, да, когда одену его. Объемный чел. Ну тут, ну да, тут прохладно вообще, по сути, да, это логично. Тут надо ходить в больших штанишках. Тут прохладно, все-таки горы, вся фигня. Горная местность, она обычно очень холодная. Ну, если, конечно, ты не находишься там где-то между скал, да, где можно закрыться, допустим, от того же ветра. Я фиг знает, но... Они тут ходят в подштанничках, потому что прохладненько, прохладненько. Можно застудиться. Но это не... Это, понимаете, ребят, от холода... Это, конечно, хорошо, что и существуют подштаннички у них. Но холод не мешает им изучать новые боевые стили. И холод не мешает мне проигрывать. Ответочку ждешь? Не ждешь, а вот такую. Хорошо, а третью, если я кину, будешь ждать? Следом. Ну-ка, получи-ка. Да ладно, ты прям все предугадал. Ну хорошо, тогда так. От всех трех увернулся. Ты посмотри какой, а? Посмотри какой. Ладно. Третий раунд. Наставник драконов. Ну, сейчас мы попробуем вывести в 3-0, если получится. А оно должно получиться. Хорошо. Сейчас теневушечка хорошая будет. Вот, кстати, теневуха у новых сабель интересная какая-то. То есть, смотри, он так идеально сейчас по мне не попал. Но я думал, он попадет. И очень хорошо попадет. Что-то прям теневушечка какая-то, да, странненькая. Какой-то финт он делает. На идеально мы его сделали, короче. Какой-то он делает финт и не попадает. Росомаха, легендарный перк на оружие. Интересно. Пишите в комменты, вам тоже росомаха упал? Просто у нас была такая теория, что коль вышли новые сабли, то для них будет падать тайфун. Так, что там? В темноте? Блин, ну я вот это вообще не ожидал. А хотя, подожди, это же ивент. Бой в темноте здесь, это норм. Так, с дирхорнами. С дирхорнами, тетка. Так, хорошо. Да ладно, не продуть бы в темноте-то. Окей. Так, замечательно, сейчас сразу втыкаем. И вот так. Отлично, хорошо. Так, второй раунд будет сложный, потому что, смотри, у нее наполнилась теневуша. Теневуша. Она мне может настучать по ушам. Окей. Теневуху бери. Так, хорошо. Что происходит? Я не вижу, что я делаю вообще. Так. Окей, ну здесь мы продуем. Да, здесь мы продуваем на изи просто, я думаю. Ну хотя еще не время поспешные выводы делать. Да что ты делаешь? Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Ой, ладно. Хорошо, у меня есть теневуха. Это значит все шансы на то, чтобы ее сейчас сделать. Так, окей, первый пошел. Второй пошел. Да в смысле? Почему у меня не идет никакой? Ну-ка, получи.
Окей. 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 Замечательно. Часовая бомба сработала сейчас просто оперативно. Победа. Победа из побед просто, ребята. Так, окей, мы с тобой идем к легендарному бустеру. Хорошо. Погнали. К легендарному, так к легендарному. Так, противник восстанавливает ХП снова, ты посмотри. А, этот что ли? Меня, который победит сейчас, типа, да? Ну ты молодец. Ты хорошо делаешь, да. А зачем ему восстанавливать, если он сильный? Объясните. Он же сильный. Зачем ему это надо? Зачем ему вообще... Зачем ему реген? Я не понимаю. А, типа он меня бьет. Ну хватит перекидывать! Ну сколько ему... Ёперный театр просто. Ну, ребят, ну он... Боты перестали прыгать. Они просто перестали прыгать. Почему боты не прыгают? Вот, вот так. Вот сейчас я вам покажу прыжок. Вот такой. Твою... Вот, вот так, вот так, почему, вот так, почему, вот, вот, вот так, почему боты не делают? Вот, вот такие прыжки, почему боты не делают? Почему они сломались? Да понял я уже тебя. Понял я тебя уже. Ай, капец, просто, что за ивент? Ивент хороший, да, я не спорю, но, блин, вот что-то мне прям накидывают, накидывают прям от души на этом ивенте, а. Все усиления, которые ты делаешь, по сути, они сейчас вообще безразличны этим людям, которых ты встречаешь тут на ивенте. Потому что они тебя просто побеждают. Ты, в принципе, никто. Ну, это прикольно, конечно. Да, вот молоты с брежом надо использовать. С брежем. С брежью, я бы даже сказал. Окей. Но он не успевает даже отойти. Ну, понимаете, насколько он медленный просто. Ну что, вот как это получается так? Объясните, как? Так, хорошо. Он не успевает просто отходить. У него даже его наружка забаговала. Давай. Отлично, просто топчик. Ой, что ж ты такой сильный, а? Что ты такой сильный? Просто объясни мне, пожалуйста, Махмуд. Так, ладно. Ну, может... Вот я хочу отпрыгнуть, а он обходит и перекидывает. Ну, что это такое? Как это предугадать вообще? Как это отпрыгнуть? Он... Есть какая-то небольшая задержка перед отходом, и вот у меня в эту задержку он как раз меня берет и все, и кидает. Как с этой задержкой бороться, если она постоянно вот получается? Ну, вот что это такое? Просто видели это? Вот сейчас я хочу отпрыгнуть, смотри, обход, резкий обход, я даже не успеваю. Ёперный театр просто. Обход. Замечательно обошел. Я просто вообще... В офиге, в замешательстве. В полном, в полнейшем, в тотальном, ребята, шоке. Шок. Ну ты чё, серьезно что ли так? Я что же, Династ, хватит? Ну ты чё творишь? Они тут походу своих вообще не распознают. Мастера, блин, драконы. Сейчас смотри, хочу отойти, перекид. Видал просто это, видал? Это смешно просто. Ну что это такое? Как обойти вот это дело? Ну... Офигеть. Просто. Он еще и ХП восстанавливает. Мало того, что его пробить невозможно, он еще и ХП восстанавливает. Ну давай так. Ну что это такое было? Окей. Ну чё... Вот перекид. Ну конечно, ну еще бы.
Что у вас за стиль такой, пацаны? Почему вы перекидываете так часто? На, по щам. Отлично. Давай, сразу. Где оглушение, ребята? Где оно? Объясните. Слушайте, ну у меня последняя попытка просто остается, я не знаю. Финального босса я опять же не втащу никак. Офигеть. Офигеть. Да блин, ну... Ты вообще какой-то непредсказуемый малый, а? Так, хорошо. Окей. Начинаем молотами работать. Так, начинаем снова молотами работать. Окей. Продолжаем работать молотами. Отлично. Что тебе мешало на второй попытке так сделать? Просто объясни мне, что... Почему ты на второй попытке так не сделал? Не дал мне тебя одолеть. Окей, смотри-ка, накопленная награда 950. Это означает, что, смотри, мы уже можем, в принципе, замутить эти сабели. Сабели, сабельки. Противник не видим. Ой, еще лучше. Он, по-моему, с этим. С Гваньдао, да? Еще и сильный. А, ну да, конечно. Зо, еще и встал быстрее меня. Красавчик. Ты смотри, как он работает, а? Смотри, как он работает. Лучший работник года. Смотри, я хотел отойти, он перекинул. Ты лучший работник месяца, чувак. Отвечаю. Так, он где-то тут находится. Отлично. Ой, хорошо. Какое оружие там было? По-моему, Гваньдао было. Это было Гваньдао, мне кажется. Оно сейчас светанулось на время. Пишите в комменты, если видели. Я плохо уследил. По-моему, это Гваньдао был. Ну, хватит. Серьезно, что ли? Серьезно, что ли? Как в том приколе. Серьезно? Ты что, серьезно, что ли, мужчина? Окей. Просто бой с тенью, ребята. Что происходит? Все произошло уже. На ваших, как говорится, двух. Что такое, а? Ой. Третий раунд. Остерегайся, чтобы противник не выбил твои булавы из рук. Иначе к тебе придет тетенька-мотенька, да? Так, окей. Что происходит? Хорошо. Где-то тут упал. Окей. Есть шанс. Отойди и бей. Хорошо, отпрыгивай. Но зачем ты не отпрыгнул? Ну нахера ты выбился-то, а? Давай в рукопашечку. Давай в рукопашечку. Тащи. Тащи каточку, малыш. Да что это такое? Просто тебя нафигаривают. Капец. Так, окей. Награду взяли. Так, 1690. Ага, эпический легион. Хорошо. А, я легион не поменял, капец. Теперь мне эпический легион в итоге открылся. Ладно. Давай открывать эпический легион. Так, ночные убийцы, значит, выпали. Деформатор. Серебряный шквал и щелкунчик. Я сейчас, короче, поменяю фракцию, дойду опять до этих мест и новыми саблями, которые я сейчас просто возьму и куплю. Я этими новыми саблями сейчас возьму и пройду. Вот эти вот сабельки я покупаю. Сейчас это будет самым сильным оружием, и я попробую втащить и вернусь. Ребята, это момент истины. Момент истины на престижном, друзья. Момент истины, вы понимаете? Пока идет 2-0, короче, у меня против наставника драконов. Ну, надеюсь, у меня сейчас не будет 2-2. И я смогу его втащить. С сабельками я с вот этими офигительными, короче, начал играть.
Так, отлично, его сейчас не хватит до сюда. Это замечательно. А вот меня должно сейчас хватить. Намного причем хватить. Да, он меня тоже обманул. Спасибо, молодец. Красавчик. Но я должен в этом раунде просто опять же быть красавчиком. И должен вообще втащить, потому что я сказал еще раз, я Влад Шимо. И для меня не должно быть это невозможным. Потому что мы кто? Мы с вами шадоу-файтеры. Keep fighting до конца, ты понял? Пошел. Пошел отсюда, король наставников, там наставник драконов. Офигеть, он и... Ребята. Овации, аплодисменты. Владосик за первую платную попытку вытащил эту жесткую, жесткую, повторюсь, эскимоску. О да, друзья, о да. Так, хорошо. Легендарная Джун, отлично. Давай, Джунчик, дай мне что-нибудь хорошенькое. Так, кувырок для Шуаньгоу. Черные драконы усилились, замечательно. Триплекс. Три стрелы усилились, тоже неплохо. Но, скажем так, я больше упор сделал, знаете, на чем? То, что мне дали по 400 теневой два раза. Это замечательно, хотя бы теневушки чуть поднял. 2300 у меня есть, собственно, сейчас новых жетонов ивента. Вот, поэтому, что мы можем взять? Да нам, в принципе, вроде как на все хватает здесь, да? Давай купим это. Там, наверное, а может чуть-чуть и не хватит? Подожди, должно вообще хватить. Да, хватает все нам. Хватает нам все. Замечательно. Ну все, мне останется только, получается, взять бомбы. И все, я, в принципе, готов. Да, наверное, я еще плотненько потом поточу. Поусиляю еще, наверное, каждый предмет, если у меня это получится. Достаточно много, да, надо, смотрите, жетонов события, чтобы еще усилять. Очень много надо рубинов спустить, но я думаю, не пожалею сделать еще попыток 6, по-любому, на это все дело, потому что это все очень круто, и мы с вами, в принципе, уже можем одеть это все дело. Давайте я временно поставлю пока вот эти вот приемчики, к примеру, да? Ой, что я сделал? Подожди. Вот так? Да, вот так. Так, смотри, вот у меня теперь шлем, значит. Теперь у меня есть костюмчик «Снежный дракон». Так, чтобы на тебя поставить? Ну, естественно, спринтец. Потом, да, шквал. И что еще? Ну и, конечно же, крутящий момент. Хотя можно и тот было прием, но тем не менее, смотри, вот. Так, и сабли. В общем, 6700, ребята. У меня есть весь этот сет. Все это очень круто. Стал тоже дутеньким, классненьким, мощненьким, таким морозненьким, сетовым. Все, друзья, с вами был Влад. Увидимся в еще одной серии, где мы будем, ну, наверное, махаться вот этим против того. Ну, короче, по сути, наставник драконов будет драться против наставника драконов, как мы делаем это обычно. Только уже будем во всем сете, включая бомбочки. Все, друзья, всем спасибо. С вами был Влад. Было приятно для вас это снимать. Спасибо Неки за столь офигительный ивент. Только сейчас заметил, что здесь, оказывается, снег летит. Замечательно. Несмотря на то, что ивент, по сути, является, ну, каким-нибудь там где-то новогодним, решили сделать все-таки под лето. Очень такое, знаете... Несопоставимое какое-то, знаете, сезонное бешенство началось, я не знаю. Но все-таки это круто. Все, ребята, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.